9 лет тюрьмы и 5 миллионов рублей штрафа. Такой приговор вынес оккупационный суд одному из идеологов «Русской весны» в Крыму. Геннадий Басов возглавлял партию «Русский блок», которая поддерживала сепаратистские призывы к выходу из состава Украины и так называемое «возвращение в родную гавань». После оккупации полуострова Басов возглавил похоронную службу Севастополя. Там его поймали на взятки. С приговором крымский сепаратист не согласился и собирается обжаловать решение в суде по правам человека в Страсбурге. Уважаемые севастопольцы, бандеровская сволочь медленно, но верно наступает на юго-восток. Рано или поздно, если ее не остановить, она придет и к нам. Все мы это должны понимать. Все понимают это? Да здравствует великий русский город Севастополь! Ура, друзья! Порядок обжалования, мера наказания, понятно? Непонятно. Мне непонятно. Кроме оглашенного, вам больше ничего не сможет объяснить. Судебное заседание закрыто, копия.